Вам работники не нужны? Нужны, нужны гости, дорогие. Заходите! Здравствуйте, Марина. Перепей hey, Дорогие друзья, мы с вами находимся в старинной водской деревне, которая является столицей водской земли. Почему столицей? Потому что именно здесь компактно проживают вожане коренной малочисленный народ финоугорской группы. Вожан осталось совсем немного, всего 64 человека во переписи населения. Среди них только шесть говорящих на своем родном языке. За моей спиной находится музей водской культуры. Именно здесь проходит вся национальная жизнь: курсы водского языка, мастер-классы по вязанию варежек, мастер-классы по куклам, и самое главное здесь музейные экспонаты, которые вожане бережно сохраняли и передали в музей. Водский музей состоит из избы и каменного двора. Обратите внимание, что двор Всегда больше самого дома. Почему? Да потому что все работы проходили именно в этом дворе. Здесь находился мелкий и крупный рогатый скот, здесь находилась пивоварня, и хозяин, не выходя неделями, мог делать все хозяйственные работы. Традиционный водский дом состоял из двух половин. Летней половины и зимней половины. Между ними широкий коридор. Для чего так делалось? Вожане были мудры и они строили заранее избу для сына своего потому что старший сын женился, отделился, но вместе с летней половиной, с летней избой, которую в любой момент можно было перенести на новое место, перебрать на новый мох, и таким образом мудрые уважания решали жилищный вопрос. На этом месте следующую избу строили для следующего сына до тех пор, сколько сыновей было. Младший сын оставался в доме отца для того, чтобы доглядеть родительскую старость». Вожанные были знатными моряками и рыбаками, и здесь представлены орудия рыболовства, потому что у каждой водской семьи была лайва, двухмачтовый или одномачтовый парусник, на которой команда была до восьми человек, включая Кока. С собой обязательно в дальнее плавание брали свинью. А для чего? А для того, чтобы... Во время шторма или урагана или тумана свинье крутили хвост, она отчаянно визжала и таким образом заменяла сирену судовую или гудок, предупреждая приближающиеся суда об опасности. С помощью таких приспособлений, водское название мырта, русское название морда, вожане до сих пор ловят замечательную рыбку под названием минога, которая ловится в реке Луга и в реке Нарова. Других способов ловли этой рыбы никто не придумал пока. Здесь представлена пешня. Или водское название саккури. Это приспособление для того, чтобы делать лунки. Как говорят рыбаки, обязательно соблюсти угол заточки. Он должен быть правильный, потому что именно при таком угле заточки и при таком движении лед будет лететь от тебя, позволяя рыбаку остаться сухими. Рыбаками были не только мужчины, но и женщины. Практически все лужицкие женщины, вожанки были рыбачками. Этот нелегкий труд они познали только потому, что мужчины не вернулись с войны или были репрессированы. И уходили они на целые месяца на воды Финского залива, на лед Финского залива, спали в будках рыбацких под названием Керри. И только раз в месяц кто-либо возвращался на землю для того, чтобы семьям принести улов и помыться заодно в бане. В каждых водских хинях находилась вот такая замечательная бочка. Но на самом деле это не бочка, это сундук для приданого под названием Кирсту. Каждая водская девочка становилась невестой, вышивала очень много для гостей, для родителей жениха, для многочисленных родственников и складывала сюда все приданное и свой свадебный костюм. А почему кадушка или бочка для приданного была круглой формы? А все очень просто. Пожары были чисты, дома стояли деревянные рядом друг с другом. И в любой момент, когда родители были в море или в поле, даже ребенок мог выкатить вот такую бочку. В общем-то, на самом деле, вот эту бочку таким образом мы спасли. Во время второго пожара, когда горел второй Водский музей, мы эту бочку выкатили, сохранив ее для потомков. Традиционная водская изба состоит из четырех углов. Основной угол – это угол хозяйки Ахюнурка, по-другому еще называют печной угол. По диагонали от Ахюнурка находится божий угол, водское название Юмаланурка. За печным углом – спальный угол, Тила-Нурка. По диагонали от Тила-Нурка находится посудный угол. Капи-Нурка. А что же интересного можно увидеть в углу хозяйки? Конечно, предметы быта, которыми пользовалась она. И здесь интересна такая лопата для сыпучих продуктов, которая помечена домовой или родовой меткой. Водское название – талумеркет. Каждый водский род имел свою домовую метку. И старший сын, отделяясь вместе со сбой, наследовал метку отца и добавлял какой-либо штрих. Младший сын оставался в доме отца и полностью наследовал метку отца. Вот такие предметы быта, помеченные талумеркет, присутствуют. Присутствуют у нас в музее. Они все практически спасены во время второго пожара. А вот это рулоповодское название Аналог современного утюга. Это палика аналог современной стиральной машины. С помощью такого приспособления белье выколачивали или выбивали грязь. А вот эта фотография 1943 года. На ней надпись Жители деревни Лужицы стирают белье на ручье. Мы с вами находимся в спальном углу Тила Нурка. Взрослые спали на кровати, старики спали на печи, дети спали на лавках, а самые маленькие спали вот в таких кроватках. Ее изготовил мой дед Семен. И в ней выросли практически все лужицкие дети, вожане. А кроме этого, в спальном углу у нас находятся вот такие замечательные костюмы. Это костюм девочки-невесты. Именно его она с любовью вышивала, шила и складывала в сундук для приданного Кирсту. Состоит этот костюм из шапочки Пяси, украшенной желтым бисером и ракушками каури с Индийского океана из рубахи с длинными рукавами под названием ихот, сарафана белого цвета под названием амы, множество полотенец она имела, боковые полотенца, бокорядты. Мюацы – нагрудное украшение, украшенное также ракушками каури и желтым бисером, и медными пронизками. Но обязательно каттеры, бедренные повязки. И Федор Туманский, который был в наших местах, написал, что воскую женщину сначала слышно, а потом только видно. Такой шум она издает при движении. Послушайте. И эти каттеры также украшены были медными монетами, ракушками каури и бисером. И обязательно ченчат обувь с тупыми носами. А для чего с тупыми? А потому что при ходьбе землю можно ранить, если обувь будет с острыми носами. Мы с вами находимся в Юмала Норка, Божьем углу. Самый почитаемый святой уважан это Николай Чудотворец, покровитель моряков и рыбаков. И на иконе представлено, кроме этого, иконное полотенце под названием Варника. Приезжали этнографы и сказали, берегите, как зеницу ока этого Варника. Она старинная, с водским орнаментом. Но несмотря на то, что вожане испокон веков были православные, отголоски язычества существуют до сих пор. У нас на кладбище есть поминальная сосна, и на какой бы праздник мы ни пришли на кладбище, обязательно есть подношение для умерших, состоящих из риса, крупы, конфет, ну и яиц. А кроме этого, в деревне Лужицы есть камень, называется он Армачеве, серый камень. А почему мы знаем о нем? О том, что... А потому что в ведомостях православного вероисповедания от Анны Иоанновны 1733 года есть запись, что все жители деревни Лужицы, мужское население, было выпорото плетьми. За что? А за то, что Филиппово заговение. Они посылали своих детей к серому камню. Те приходили, дикому петуху рубили голову. А в те годы, когда дикому петуху не рубили голову и не бросали на камень, Камень топил скот и маленьких детей. Кроме этого, на этом камне есть расщелина от топора, потому что было велено его изрубить. Но довести свой замысел до конца не смогли, и камень, как напоминание о подголосках язычества, до сих пор существует в реке Лужица. Вожанки были рукодельницы мастерицы, и мастерицы. Обязательно вязали варежки с традиционным водским узором: их три: это водская клюковка Вадзиевико название. Это узор под названием шаханпи – зуб пилы и третий узор под названием лампатильме – глаз овцы. Мы с вами находимся в Водском дворе. Он всегда был больше самого дома в два раза. Здесь находились помещения для мелкого, для крупного рогатого скота. И всегда была в Водском дворе пивоварня. Для чего двор был большой? Для того, чтобы хозяин, не выходя неделями, здесь мог производить все работы. Точал сапоги, выделывал шкуры. Наверху находился сеновал. Для сена были специальные люки, которые открывались, и сено падало в кормушку, Прямо к животным. В нашем музее есть комната квестов под названием «Тайны Водского музея». И здесь происходит погружение в таинственный и загадочный мир вожан. Квест состоит из шести заданий. Мы с вами побываем на свадьбе водской девочки Насто, которая мечтает выйти замуж за водского парня Кику. Мы поможем ей собрать сундук невесты. Мы соберем карту водских деревень, откуда приехали гости. Мы с вами сварим водские щи, наловим рыбу и наварим уху, а кроме этого соберем букет из лечебных трав, потому что вожане, старые вожанки, умели заговаривать. И вместе с вами отгадаем тайну водского мироздания. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам в гости, музеев, мы с вами пройдем квест и отведаем блюда национальной водской кухни и попьем водского чая. kaivo zaku